основном инструмента это однострунные инструменты или под названием данбау. Она сделана из одноструны и небольшой микрофон и антенна. Антенна для того, что регулировка звуков. Сейчас мы с вами увидим и услышим, как наша девушка будет вам, так скажем, продегустирует это. Демонстрирует. Да. Уважаемые гости, и также многострунные инструменты, это от влияния Китая. Тоже послушаем с вами. Хорошо? Я думаю, с нами сейчас поприветствую. А, уважаемые гости, еще самое главное. Также, если вы услышите знакомую песню, наверное, вы уже знаете, во время войны с американцами, с СССР нам помогал не только в оружии, еще в продовольствии, и также учили нас петь русские песни. И также наши вьетнамцы научились, так скажем, использовать российские песни под наши, мы сделали небольшой перевод. Например, под «Московные вечера», «Белые розы», «Алые розы», «Милан Алый роз», «Катюша» тоже любят. И также, если вы услышите знакомые песни, подпевайте, не стесняйте. Давайте, я думаю, надеемся поприветствовать с вами наши артисты, они вас... Ваша первая песня – это песня под названием «Город Хуэй», посвященная городу Хуэй. Thank you.
змеи сжимается как пружина, и оно способно выстреливать на расстоянии более 1 метра. На ее челюстях находится острейшая, как бритва, зубы, и она стремится атаковать человека в лицо. Если она кусает за губу, за нос или в глаз, непременно кусочек плоти окажется в ее пасти. Мастер Тук, рыцарь без страха и упрека. Несмотря на свой возраст, он прекрасно знает все привычки и особенности этих опаснейших существ, потому что он потомственный факир и с самого детства общается со змеями. Это искусство, которому нельзя научиться ни в школах, ни в университетах, ни в каких-либо других учебных заведениях. Это мастерство передается исключительно из поколения в поколение от отца к сыну. Аплодисменты, друзья! Он полетает прямо на змеющие зубы этой коварной вести, подобно дрессировщику, который кладет голову в пасть тигру или льву. Одно но! Львы и тигры дрессированы. Змеи не поддаются дрессировке, их невозможно чему-то научить или обучить. И еще раз аплодисменты, друзья! Змей практически букет рождения, поэтому общение происходит посредством взглядов, жестов, прикосновений и поглаживаний. Если вы видите факира, играющего на дудочке перед змеей, звук дудочки только для туристов. Змея реагирует исключительно на движение, на кончик дудочки. Особенностью этого вида змей является то, что они могут притворяться мертвыми в ожидании своей добычи. Поэтому, друзья, если вы готовы, и прыгающие змеи. А теперь, друзья, шутки в сторону. Потому что следующих участников нашего шоу, я думаю, вы сами легко узнаете. Кто это? Кобра. Конечно же, это кобра. Сиамская кобра на зеленом субтитре нашего поведения. Кобру всегда легко узнать по характерному открытому капюшону. Ни у каких других змей капюшона нет. Особенность этого подвида сиамских кобр является то, что они способны плевать ядом на расстоянии более 1.5 метра. Причем делают они это прицельно, стараясь попасть в глаза. Если я с коброй попадает на слизистую глаза и роговицу, итог может быть весьма и весьма печальным, вплоть до полной слепоты, если вовремя не оказать помощь. Сиамская кобра размер взрослой особи около 1.5 метра. Цвет варьируется от светло-серого до практически черного. Очень красивый рисунок на капюшоне. На ее верхней челюсти находятся 2 острейших, как и глазуба, полые внутри. Кобра обычно наносит серию укусов и через эти зубы впрыскивает яд в тело своей жертвы. Яд кобры – сильнейший нейротоксин, вызывающий удушье и паралич дыхательной системы. Аплодисменты, друзья! Сиамская кобра стойко приветствует нас, ребятки! Если кобра кусает человека, через некоторое время создается впечатление, что на грудь положили бетонную плиту. Человек задыхается, сердце бешено будет мозг необогащенным кислородом крови, и человек теряет сознание. Если в течение 20 минут после укуса не вколоть сыворотку и не подключить человека к аппарату искусственного дыхания, смерть неизбежна. Эволюция кобры насчитывает более 100 миллионов лет. За это время организм кобры сформировал практически идеальный иммунитет. Кобры не подвержены никаким заболеваниям, известным на планете Земля. Существует тысячелетняя традиция, ритуал употребления эликсира кобра, содержащего живую кровь, желчь и бьющееся, пульсирующее сердце сиамской кобры. Кровь и желчь кобры – это сильнейшие иммуномодуляторы. После употребления такого напитка... Королевская кобра! Анаконда не ядовитая змея. Средний размер взрослой королевской кобры – 3-3,5 метра. Однако известны случаи отлова королевских коб, длина которых превышала 6 метров. Это примерно как диаметр арены нашего Колизея. Стойки в вертикальном положении может находиться до 1/3 тела кобры. Представляете 6-метровую кобру в стойке. Голова на уровне 2 метров выше человеческого роста. При этом она остается быстрой и стремительной. Скорость кобры в момент атаки может достигать 20 км в час.
скорость быстрого бега взрослого молодого мужчины. Уникальность королевской кобры заключается в том, что она способна контролировать дозу яда при укусе. Она старается не тратить его зря, исключительно для охоты и в некоторых случаях для самообороны. Королевская кобра откладывает от 20 до 40 вкуснейших яиц, являющихся лакомством для многих хищников. Но только королевская кобра в течение 3 месяцев ни на минуту, ни на секунду не покидает свое будущее потомство. Все это время она ничего не пьет и ничего не ест. И в этот период яд королевской кобры имеет максимальную предельную концентрацию. Известны случаи гибели индийского слона от укуса королевской кобры. Слон совершенно случайно наступил на яйцеглазку кобры матери и был атакован. Змея укусила его между пальцем стопы, там у него тонкая кожа. И была официально зарегистрирована смерть 3-тонного индийского слона от укуса и яда королевской кобры. В некоторых штатах Индии считают, что кобры способны воспитывать и охранять детей. И держат кобру дома. Я наблюдал картинку, когда ребенок, едва научившийся ходить, играет с коброй, как котенком или щенком. Правда, это не всегда хорошо заканчивается, но у индусов несколько иное отношение к жизни и смерти. Аплодисменты, друзья! Счастливо, один за два.